Так, новости дня. Сегодня с утра получил вот такое письмо счастья от Geo2. Предполагаю, что его отправила та самая мастер по отключению электричества Белеева. Возможно. Что там внутри? Ну, предполагаю, судя по цвету, какая-то оранжевая персональная угрожайка. Угрожайка от управляйки. Вот, что я сделал? Даже не вскрывал. Ставлю свою печать. Нет контракта, нет договора вернуть отправителю. Ну, с двух сторон погасил. И просто заказным письмом отправляю обратно директору ЖЭО-2. Вдогонку запрет на обработку персональных данных. Котельнинец Лариса Витальевна, директор ЖЭО-2. Чтобы мне впредь вот такие вот угрожайки оранжевые от управляйки неизвестные, мне никто не отправлял. Даже моей персоне. Так, что дальше было? Сегодня пытался дозвониться нескольким людям, и мне постоянно сбрасывало, говорило, что типа звонок невозможен, обратитесь к справочному вашего оператора. Но думал, может сбой, потом все-таки решил позвонить. Здравствуйте, меня зовут Наталья, чем могу помочь вам? Добрый день, почему-то не могу ни один звонок сделать, ни на один телефон. У вас вопрос по номеру, с которого вы обращаетесь? Да. Посмотрим, пожалуйста. Данный... У вас здесь номер блокирован с 23 сентября с утра. Вы к нам не обращались, не блокировали номер? Нет. А с чего это он заблокирован? А замену сим-карты не производили? Нет. Этот телефон у меня уже сколько? С 2002 года, что ли? Я вас понимаю, но знаешь, кто-то имеет ваши данные, к нам обращались. Вчера утром, 23 числа, и блокировали номер. Фамилию, имеющего владельца, уточните, пожалуйста. Благодарю вас за предоставленные данные. Заявку я сейчас зарегистрирую, номер у вас сейчас будет разблокирован. В течение нескольких минут вам на номер поступит смс-уведомление. Пожалуйста, ожидайте, девушка, и не забывайте. Подождите, да? Подождите, девушка, а как мне понять, кто это моими данными воспользовался и заблокировал? Ну, здесь тогда можете обратиться в салон МТС и там написать письменную претензию. Служба безопасности уже информацию это проверит. Интересно. Так они в любой момент также могут заблокировать. Они здесь я могу вам... Как мне обезопасить? Какое-то секретное слово, я не знаю. Вот, предложить, да, могу вам обратиться в салон МТС с паспортом владельца номера и написать там заявление, например, на обслуживание вас только по кодовому слову. Это кодовое слово будете знать только вы. Угу. И мы вас будем обслуживать только при том, что вы назовете это кодовое слово. Благодарствую. Хорошо, так и сделаю. Заявку я зарегистрировал, номер у вас разблокирован. И не забывайте, что у вас по номеру есть платные услуги, с которых происходит списание. Благодарствую. Благодарю за обращение. Всего доброго. До свидания. Так, садил в салон. Написал вот такое вот заявление. Вот удобную графу сделали, представитель. То есть физическое лицо, представитель живого человека. Звать Антон из рода Болгарик, сын Николай. Все четко. Вот такой вот текст. Ну, почитайте. Приняли, обещали разобраться. Ждем новостей. Ну, а дальше отправка корреспонденции в ЖЭО-2. Снимай на видео. Кого? Отправку почты. Меня, что ли? Нет, не вас, отправку почты. Вас вырежу, если хотите. Не надо мне это снимать. Вы при исполнении должностных обязанностей? Я при исполнении, но снимать меня не надо. Я не вас снимаю. Я вообще тоже не знаю. Вызовите начальника. Получите как возвратное письмо.
битва борьбы стремится вверх, бежит вперед через траву, кристаллы или грибы. Но сколько их ушло в себя и потеряло разум в вечной борьбе. Одной из них могла быть я, но я ищу свой ключ от двери к себе. Благодарствую. Пожалуйста. Но сколько их ушло в себя?